Дамару, есть барабанчик такой, на санскрите дамару обозначает барабан. Это маленький барабанчик, символизирующий изначальный звук Вселенной, символ изначального звука или первичной вибрации, из которой получены все другие вибрации, составляющие творение. Дамару барабанчик, вы его, наверное, видите очень часто, его продают. Это маленький барабанчик, который можно взять за рукоятку и покрутить, создать вот такой вот звук. Обычно его используют в буддизме, а также используют его в Индии, во время определенных ритуалов. Каким образом и как использовать такой барабанчик? Я сегодня расскажу вам, как можно использовать ритуальный барабанчик с целью привлечения клиентов, а также с целью сделать свой бизнес процветающим, а также исполнить свою мечту. Необходимо представить, будто в самом начальном этапе вашего визуального представления не было ничего, то есть была пустота. После этого вы должны очень нежно и тихонечко несколько раз указательным пальцем постучать по барабанчику. И после этого представить, будто быстро на вдохе и выдохе появился мир, в этом мире появился ваш бизнес, и в этом бизнесе появились первые клиенты, которые что-либо покупают. В этот момент вы начинаете очень быстро, ускоряя темп, стучать в такой барабанчик. Делать это необходимо утром. Таким образом, будучи элементом, который является изначальным звуком Вселенной, вы зарождаете звук Вселенной, зарождаете ее появление, и после этого энергию эту развиваете на то, чтобы она исполнила вашу мечту. Потому что звук вот такого барабана – это символистически побуждающее творение. Таким образом, вы, наверное, видели, как используют барабанчик, что сначала бьют в барабанчик тихонько, после этого усиливают звук, и после этого этот звук становится быстрее и быстрее. Так вот, это символистически обозначает пробуждение творения, появление того, что вы пожелаете. Здесь одна особенность. У кого есть этот барабанчик, тот и побуждает это творение.